По справке вы Куприянов, Дмитрий Васильевич. По паспорту Козлов, Петр Иванович. Ваше настоящее имя. Кто вы? Вы не ответили ни на один вопрос. Сильным человеком хотите казаться? Ну что ж. Но для этого вам не следовало нарушать инструкцию своего хозяина и принять яд. Смерти испугались. Тогда говорите, какой смысл молчать? Уведите. Выходит, мы на лету схватили эту гадину. Схватить схватили. План нашей гавани. А вот место стоянки плавдока. Совершенно верно. Там, за рубежом, подозрительно много внимания уделяется нашему доку. Вот, прочитайте. Доведут ли русские док? В одном из советских портов Черного моря заканчивается подготовка большого океанского похода. Огромный плавучий док должен быть переброшен отсюда во Владивосток. Удастся ли советам эта сложнейшая буксировка? Подозрительно много внимания. План гавани с местом стоянки дока. Это обязывает нас кое над чем задуматься. Как вы считаете, Василий Прокопьевич? Странное дело, товарищ майор. Шпион явился к нам с готовым планом объекта разведки. Да, действительно странно. Мы без сомнения имеем дело не со шпионом, а с диверсантом, получившим задание взорвать док. Но почему в таком случае при нем не оказалось взрывчатки? А не хочет ли враг внушить нам свою мысль, что с захватом диверсанта доку больше не угрожает опасности? А мы с вами не поверим этому. Мы не пойдем по ложному пути. Усильте наблюдение в порту. Сообщите наше предположение на заставы. Слушаю, старший майор. Привет, Татьяна Петровна! Привет! Алло, гвардейцы! Стало быть, не мне позывные. Вот девушка, на все руки мастер, и медсестра, и библиотека. Кого она улыбку послала, то счастливит матросы. Не вам ли колхозный бригадир Татьяна Петровна весть подавала? Кому она весть подавала, тот про то знает. Для вас здесь главное, что не вам. Ну зачем разыгрывались, парни? Прошлись морем разиков пять. Уж старый моряк. Новичков разыгрывать вправе. А сами вот сели на кнехте. И соблюдаясь правила морской культуры. А ну, взялись на работу, орлы. А, места! А-а-а! Вперед! Нам предстоит пересечь два океана и 8 морей. Обращаю ваше внимание. Гидрометеорологические условия этого времени года характерны зарождающимися муссонами, начиная от выхода из Красного моря до Южно-Китайского. Учтите, экспедиция будет проходить в условиях штормовой погоды. Штурман,
Внимательно следите за погодой. Держите постоянную связь с Москвой, Манилой, Коломбо, Сайгоном. Радист предупрежден, товарищ капитан первого ранга. Требую, чтобы запасные буксиры были в полной боевой готовности. Товарищ капитан первого ранга, буксирное хозяйство в порядке. Ну и прекрасно, товарищи. Надеюсь, что военные и торговые моряки с честью выполнят важное правительственное задание по буксировке плавучего ремонтного завода. Номер 7 сообщили нарушение границы в квадрате 18-21. Нарушение со стороны моря. На преследование высланы оперативные группы с ближайших застав. Так. Странно, почему обе высадки в один и тот же район, но разными путями. Случайность или факты, связанные между собой? Кому идет нарушитель? Что известно о снаряжении нарушителя? Ничего не сообщили. Уточните. Если это красотка полковника Рейсли, то он задумал что-то серьезное на нашем участке. Для меня море. Я уж не представляю, как могла бы жить без него. Вы посмотрите, какой вид прекрасный. Вот каждый раз смотрю и не налюбуюсь. С вашим сердцем, Татьяна Петровна. И не полюбить такую красоту было бы действительно странно. Что вы знаете о моем сердце, Сергей Никитич? Ну, я пойду. До выхода в море у меня еще уйма дел. Где прикажете ждать вас? Если хотите... Я буду ждать вас. Тогда здесь. Только через час. Раньше я не освобожусь. Есть через час. Татьяна Петровна, я давно хотел спросить у вас. Нет, сказать вам. Как это я когда-то жил, не зная вас? Не надо. Не говорите об этом, Сергей Никитич. Для меня радость быть вашим другом. Поверьте. Ну, я пойду. Товарищ майор. Здравствуйте, мичман. Здравия желаю. Давненько не видались. Да, с тех пор, как брали Чайкин клюв, лет 10 прошло. Срок немалый. И вы, значит, товарищ майор, на посту. Не домобилизовались. Как видите, Сергей Никитич. А помните, Василий Петрович, на переднем крае, бывало, говорили нам. Я, хлопцы, научный работник. Очкарь. Закончится война, книжку по философии писать буду. Да, философия. А я все в магазины заглядываю. Нет ли, мол, книги? Профессора Людова. Пишет, говорят.
Пришлось отложить. Да вы лучше о себе расскажите. Счастливый у вас вид. Да счастье мое моряцкое. Ветер в корму, волны вокруг, да палуба под ногами. Да вот еще девушка. Простите, я вас не задерживаю. Вы чем-то озабочены, Василий Петрович? Узнаю разведчика морской пехоты. Я очень рад нашей встрече. Очень рад, Сергей Никитич. Заходите. У нас с вами есть что вспомнить и о чем поговорить. Ленечка, в клуб пойдем, последние дни дома гуляем. Потанцуем, и рапорт твой спрыснем. Не могу, друг. Почему? Особые на то причины есть. Знаю я твою причину. У нее нахальные глаза и родинка на левой щеке. Девушка, получите. Ошибочка вышла. Копеечки тоже счет придут. Я, Клавочка, мириться пришел. Это ты опять. Говорила тебе, кончен у нас все с тобой. Я тебя просила. Не хочешь? По-твоему, не бывать. Все равно не уйду, пока не придешь. Извините, пожалуйста. Клава! Ну, говори, в чем дело? А что, не зайдем к тебе? Некогда мне. Ну, на одну минуточку. Кое-что важное надо сказать. Ладно, идем скорее. Уходи. Напрасно стараешься. Да брось ты, Клавочка, сердиться. Отпраздновать хочу с тобой одно дело. Значит, решил? Решил. Уедем отсюда. На флоте остаюсь. Рапорт сегодня подал. Шутишь, Леня? Нет, Клавочка, не шучу. Я навсегда с флотом сроднился. Пойми, не могу я отсюда уехать. Ну и без тебя мне тоже не жизнь. Клава. Пусти. Ленечка, Христом Богом прошу, уедем отсюда. Ведь ты уже отслужил, вышел твой срок. Я работать буду. Буду хорошей, верной тебе женой. Только уедем, пожалей ты меня. Я больше здесь жить не могу. А я с корабля уйти не могу. Последнее мое слово. Убирайся. Я видеть тебя не могу.
мальчишка. Ты нищий матрос. Ты пойми. Я ненавижу тебя. Я найду себе другого. Настоящего мужа, не такого, как ты. Может быть, у тебя уже другой на примете есть. Но это не твоя печаль. Вон отсюда. Ну и уйду. И не вернусь к тебе больше. Поди полсвета обогнете. Ну и не страшно тебе в такую даль. Нет, с нашими моряками мне нигде не страшно. Какие люди, бабушка? Честные, отважные, простые. Танюша, Мичман этот, что как-то провожал тебя. Он мужчина видный и лицом будто бы ничего. Не ругатель. Да нет, бабушка, он вежливый и культурный. А море как родной дом знает. Дай бог. Бабушка! Бабушка, а где мое кольцо? Куда я его положила? Не бойся, целое кольцо твое. Вон, в шкатулке. Боцман-то твой холостой. Бабушка, оставь. Ну, чего там оставь? Люди удивляются. Живешь как монашка. Ну, встретила человека, ну, потеряла. Ну, по счастью не прогляди. Ко мне вернется старое счастье. Я не забуду тебя, Таня. Не забуду никогда. Рано или поздно я вернусь к тебе. Ты всегда останешься для меня прекрасной. И я всегда буду любить тебя, Таня. Вперед и вперед. Это было на подступах к польскому местечку Замбру. Отступая в свое логово, фашисты угоняли военнопленных. И среди них был ты, мой дорогой друг. Ты верил в победу. И вот, собрав последние остатки сил, рискуя жизнью, еще раз простреленный, ты бросился бежать навстречу наступающей армии. Теряв всякую надежду на жизнь, и даже тогда, когда жизнь была уже рядом с тобой, ты просил смерти. Где ты? Я жду тебя. Много дней и ночей я просидела у твоего изголовья, и ты вернулся к жизни. Я помню твою первую улыбку и твои первые слова. Приходит время, когда я должен потерять вас, Таня. А мне кажется, я всю жизнь искал вас. Где ты? Я жду тебя. И вот последний день. Ты забудешь меня, Таня? Нет, я всегда буду помнить тебя. Потом я не забуду тебя, Таня. Не забуду никогда. Я всегда буду любить тебя, Таня. О чем ты, Таня? Бабушка, почему я не могу не думать о прошлом? Почему я не могу забыть его? Расстроился как.
А была ночи какая-то особенная, светлая, легкая вся. На свидание не опоздаешь? На какое свидание, бабушка? Моряки, сама всегда говоришь, точность любят. Бабушка, ты добрая, хорошая. Не надо. Не говори об этом. Простите, вам кого? Вы не узнали меня? Вы не узнаете меня? Входите. Проходите. Проходите, пожалуйста. Вот. Теперь я узнаю вас. Не узнать девушку, которая спасла мне жизнь. Это замечательно, встретить старого друга. И как обидно, что все в прошлом. А где вы были все эти годы? Где был? Жил, работал в разных местах. Всегда помнил о вас. После войны я долго разыскивал вас, Таня, но безуспешно. Потом встретил другую хорошую девушку, семья. Да, такова жизнь. Если можете, простите. Я был рад повидаться с вами. Я был очень рад повидаться с вами. А я... Я ждала вас все эти годы. Ждали? Да. Ждала. Вы не писали, я не знала, в чем дело. Случайно я была в вашем городе. Зашла к вашей матери. Вы ей не писали все эти годы. Она сказала, что у нее нет больше сына. Что ее сын казнен в плену у фашистов. Ей написал товарищ, будто бы видевший вашу казнь. Но я убедила ее в том, что это недоразумение. Ведь не могли же мы с вами познакомиться после вашей казни. Потом вот это кольцо. А я и не предполагал, что этот фронтовой роман настолько увлек вас. Фронтовой роман? Я все объясню, Таня. Видишь ли, выпустите мне меня. Тяжело, ведь я люблю тебя. Это ложь! Я обманул тебя, Таня.
Но я не плохой человек. Я тебе все объясню. Я бежал из тюрьмы, но я не преступник. У меня нет никакой семьи. Я совершенно одинок. Но теперь, когда я встретил верного, преданного друга, когда сама судьба свела... Выпустите меня! Сейчас ты не оставишь меня. Я любил тебя все эти годы. Все эти годы я ждала никого. Я объясню. И ты мне поможешь. Мы вместе начнем новую жизнь. Вы негодяи, лжец! Пусть... Очень, очень выразительно. Я никогда не утешусь, если мне придется убить тебя, Таня. Ясно вижу. Чистое увольнение. Клава! Клав! Открой! Я у тебя ножик забыл. Клавочка! Товарищ Мичман. Кто? Опять повздорили? Ой, не то, Сергей Никитич. Повздорили мы, это точно. А потом я к ней снова зашел. Смотрю, дома ее нет. Ну? Дверь заперта. Посмотрел в окно, вижу, лежит на полу кто-то. Похоже, убитый. Я уж в милицию позвонил. Сергей Никитич, как другу прошу, пойдем туда, а? Милиция, видно, уже здесь. Алондра! Ты же говорил, заперта дверь. Тогда была заперта. Квартира Шубиной? Так точно, квартира Шубиной. Звонил в милицию матрос Жуков. Вы? Так точно. Только тогда дверь была заперта. А прибежали мы с товарищем Мичманом. Она открыта. Мичман Агиев. Мы с ним из одной воинской части. Как только он позвонил в милицию, тут же меня встретил. Просил сюда подойти. Вы дворник этого дома? Да, я. Будете понятой. И вы, Мичман. Есть. Войдемте в помещение. Опрошен персонал всех поездов, проходивших ночью в Восточных скалах. Проводнику одного вагона показалось, что на участке побережья кто-то вошел в вагон. Как вы говорите, показалось? Был 3 часа ночи, товарищ майор. Угу. Проводник, вероятно, задремал. Он тотчас прошел по вагону, но ничего подозрительного не обнаружил. Слушаю. Да. На место происшествия, товарищ майор, выехали следователь Петров и судебно-медицинский эксперт. В лацкане пиджака на убитом... Нашли ампулу с ядом. Вот это важно. Сейчас же пришлю своего помощника. В этом месте побережья поезд, кажется, замедляет ход. Так точно, товарищ майор. Значит, ушел. Слушаю. Майор Людов с вами разговаривает. Так. А вы, гражданочка, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Мы выясним. Да. Вы не можете мне дать ваш адрес? Запишу. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Товарищ следователь, этот нож мой. Как ваш нож сюда попал? Забыл я его. Когда консервы открывал, поссорились мы с Клавой Шубиной. Нож в сердцах я оставил, когда уходил. Ссора на какой почве произошла? Может быть, на почве ревности у вас была ссора? Убитого к ней приревновали?
Слово моряка. Я этого гражданина первый раз вижу. Задержите Жукова. Сюда нельзя, гражданочка. Как это нельзя? Я хозяйка этой квартиры. Вы? Да. Будто меня в сердце что толкнуло. Заглянул в окно под занавеску. Вижу, лежит. Под занавеску? Свет в комнате горел. И показалось мне, будто по занавеске тень прошла. Вам известна личность убитого? Нет. Я никогда его раньше не видела. Этот нож. Почему он у вас в комнате? Клава! Помолчите, Жуков. Где вы были последние 2 часа? Почему вы не отвечаете? Я была в ресторане, вы можете проверить. Оттуда меня и вызвали. А этот нож у меня Леня еще раньше забыл. Это правда. Это истинный бог, правда. Вы мне скажите, наконец, что здесь случилось? Ключ от вашей комнаты у него был? Нет, у него не было ключа. Ключ. Вот он. Я его всегда с собой. Может быть, ключ от этой двери был у кого-нибудь из ваших родственников? У меня никаких родственников нет. Рана нанесена ножом в область сердца. Смерть при этом неизбежна. В области виска удар тупым предметом. Судя по положению трупа... Я все скажу. Это я убила его. Хозяйка квартиры Шубина осозналась, товарищ майор. В чем? По ее словам, она убила бандита, который набросился на нее, когда она отдыхала. Чем убила? Ножом матроса Жукова, которого я также приказал задержать до ваших указаний. Убитого отправил с представителем уголовного розыска для вскрытия. Что нового дал осмотр, произведенный вами? Не обнаружено ничего, что указывало бы на личность убитого. У кого есть это, должно быть оружие. Вы не находили? Не обнаружено, товарищ майор. Но на подкладке пиджака внутреннего кармана имеются потертости и жирные пятна, оставленные, как я считаю, пистолетом. Исследуйте. Стало быть, нет ни документов, ни, ну, даже ни носового платка. Совершенно ничего, если не считать вот этого обломка расчески, который, вероятно, провалился из верхнего наружного кармана, где есть дыра. А это что? Счет домоуправления за квартиру. Его сюда принес дворник после 7 часов вечера. Обнаружен измятым с грязевым следом подошвы. На него могли наступить Шубина или убитый. Матрос Жуков смотрел с улицы в этот просвет? Да, в этот. Посмотрите, пожалуйста, снаружи, сюда, где лежал убитый. Ну что, видели книгу? Странное дело, товарищ майор. Я ничего не увидел. Вот в том-то и дело. Нужно взять под сомнение показания Жукова в том, что он видел убитого через этот просвет.
или предполагать нечто иное. Этот утюг находился здесь, когда вы вошли в комнату? Да, мы ничего не переставляли. А должен был находиться... Здесь, товарищ майор. Обычно здесь. А в данном случае он должен был находиться где-то возле убитого. Я вас не понимаю, товарищ майор. А на столик поставил кто-то в торопях. На ручках утюга и ножа вы не обнаружили отпечатки пальцев? Никаких отпечатков. То есть вы хотите сказать, что их кто-то стер? Я... Вы предполагаете, товарищ майор, что его убила не Шубина? У нее же в квартире. Но кто же? Скажите, а вы не пробовали отыскать следы пальцев на других предметах? Ну вот, скажем, на зеркале. Есть, товарищ майор. Очень хорошо. Отправьте вот этот счет с грязевым отпечатком и пыль с ботинок убитого в лабораторию. Освободите Жукова. Исполняйте, товарищ лейтенант. Слушаюсь, товарищ майор. Да, с живыми иметь дело легче, господин полковник Ресли. Думаете, Ресли? Да. Но то, что диверсант убит, это наш промах, Василий Прокопьевич. Я отдохнуть прилегла, а дверь запереть забыла. Он вошел, бандит этот, бросился сразу. Не помню, как у меня нож под рукой оказался. Тот нож, что у меня Леня. Жуков забыл. Когда упал бандит, я выбежала. А дверь вы за собой закрыли? Может быть, не помню. А вы не слышали, в то время к вам в окно не постучали? В окно? Да. Нет, никто не стучал. А может быть, в дверь постучали? Нет, что в дверь не стучали, это я точно помню. А что вы можете сказать о кольце, которое находилось при убитом? Я не понимаю, о чем вы спрашиваете. Я никакого кольца не видела. Значит, вы убили. Ножом. Все о ней думаешь? Все о ней. Что же это получается, товарищ Мичман? Неужели она убила? Это следствие разберется. Ты бы лучше о другом поразмыслил. Какое ратозейство допустил? Высокое звание советского военного моряка замарать мог. И об этом я тоже думаю. И ничего плохого я в Шубине не нахожу. А что в ней хорошего? Сама добрая. И всех такими считаешь. Вот я про себя скажу. Иногда так устанешь, ну, на раз и присядешь. А посетители ждут. А Клава, она всегда на ногах около столика. Чаевые страсть как любит. Поэтому у столиков все время и вьется, раз. Да все больше старается около военных. Учебой не интересуется, два. На уме все платье до танцульки, три. Ну, а почему не потанцевать, не развлечься? Несчастливая она, а никогда не жалуется, не ноет. Несчастливая. Личная жизнь у нее не удалась. Шура, за твоими столиками посетители ждут. Извините, пожалуйста. Несчастливая, говорите? Да. Почему? Хороший знакомый у нее был. Летчик. Погиб он недавно. Вы продолжаете утверждать, что убили неизвестного вам человека? Да. И как это я с ним справилась, не понимаю.
А не мог это быть кто-нибудь из ваших прежних поклонников? Вот еще выдумали. Поклонник. Я с одним Леней Жуковым гуляла. Ему из-за меня никаких неприятностей не будет, скажите. А вы очень о нем тревожитесь? Ну, а как же не тревожиться? Его одного люблю. А летчика Борисова уже забыли? Какого Борисова? Виктора Борисова. А, нет. Я просто так с ним время проводила. Но почему вы заболели, когда узнали, что самолет разбился? Разве я заболела тогда? Не помню. А вот сослуживица ваша помнит. Она говорит, что вы плакали и даже заболели. Так ведь жалко человека. Хороший был. Правда, хуже Лени Жукова, но хороший. А вы не пожалели его, когда перед катастрофой угощали его вином? Я... Летчик Борисов разбился через 8 часов после того, как был у вас и пил отравленное вами вино. Я тоже это вино пила. Тот, кто дал вам яд, имел для вас и противоядие. Убийца знал, что яд начнет действовать через 8 часов, когда Борисов будет в полете. И вы знали это. Не отравлял я никакого вина. И про кого вы говорите, не знаю. Я говорю о том, кто имеет ключ от вашей комнаты и регулярно приходит к вам. Я не понимаю, о чем вы говорите? Девушка. Я вас слушаю. Получите. А где представитель общественного питания? Глазастый, с родинкой на левой щечке. Заболела. Заболела. Пыль с ботинок убитого относится к району Восточных скал. Там, где нарушитель вышел на берег? Совершенно верно. Судя по всему, он и убит в квартире Шубиной. Именно он, но не Шубиной. И для нас с вами не в этом теперь уже дело. Смотрите. Этот взят у парашютиста-диверсанта. Этот найден... На убитом в квартире Шубиной. Не хватает середины. Теперь мне ясно, что каждая часть расчески является паролем для явки. К этой середине, по-видимому, и стремились эти двое. Правильно. Наличие третьего диверсанта очевидно. К сожалению, в этом деле слишком много очевидностей. Третий для нас опаснее первых двух. Полагаю, именно он является главным звеном в неразгаданном нами плане полковника Рейсли. Да, пока еще не разгаданном. Но кое-что мы уже знаем. Хотя взять его будет нелегко. Погодка-то какая. Утром чайки на воду садились. Недаром старики говорят, сел чайка на воду, жди, моряк, хорошую погоду. Сергей Никитович, извините меня, зря я заставила ждать вас вчера на бульваре. Ничего, моряк умеет ждать. Моряк должен уметь ждать. Вчера взамен любви вы мне дружбу свою предложили.
Ясно вижу. В это по душевной доброте, чтобы не огорчался я. Только, может быть, вам сейчас и вправду дружба моя нужна. Вы добрый, хороший. Спасибо вам, Сергей Никитич. Беспокойны вы стали. Тревожны. Что случилось с вами, Татьяна Петровна? Сергей Никитич, бывало с вами так, что вы долго мечтаешь о чем-то, ждешь чего-то большого, большого, кажется, самого главного в жизни. Подождешься? Совсем не то. Место радости, горе. Вижу, не принес вам счастья вчерашний день. Да, не принес. И у меня тоже душа не на месте. Вчера в городе убить диверсант. И самое страшное, что Жуков, дружок мой, в это дело замешан. А Жуков здесь при чем? Диверсант убит ножом Жукова. А разве он ножом был убит? Ножом? А вы почему о ноже спросили? Это комната в переулке. Там у окна большое зеркало висит. А вы откуда знаете? Разве вы были в той комнате? Простите, мне холодно. Я пойду к себе в каюту. Войдите. Татьяна Петровна, добрый вечер. Добрый вечер. Вот вам, так сказать, радиограммочка. Спасибо. Пожалуйста. Одну минуточку. Простите. Мне надо... Я тороплюсь. Мне надо с вами поговорить. У меня дома случилось. Не торопитесь. Дома у вас все в порядке, а телеграмму послал я. Вы? Да. А зачем вы это сделали? Надеюсь, вы прекрасно знаете, куда вас приведет это кольцо, если его вручить. Ну, хотя бы туда, где тщетно ищут убийцу близкого вам человека. Близкого мне человека? Что вам от меня надо? Вот это уже начало делового разговора. Здесь на улице не совсем удобно разговаривать. Зайдемте в квартиру. Ну, мы разбудим бабушку. Мы будем говорить тихо, почти шепотом. Прошу. Вам неудобно было разговаривать на улице? Вы очень любезны. Благодарю. Я попрошу вас, Татьяна Петровна, очень немного. Эту книгу нужно отнести на док и оставить в книжном шкафу. А утром вы получите много денег. Гораздо больше, чем ваша годовая зарплата. В вашем распоряжении 5 часов. Значит... Копчиковы вы? Сейчас это вредное любопытство. У вас мало времени. Я этого никогда не сделаю. Делайте. Не кричите. Бабушка спит. Простите, пожалуйста. Сегодня же сделайте. Я учел там всякие чувства. Долг, патриотизм и прочее.
Поэтому я вынужден был несколько обработать кольцо. Здесь гравирована теперь ваша фамилия. Видите? Я вижу этого мало. Тогда, может быть, вы хотите взглянуть на это? Но я никогда с ним не фотографировала. Откуда это у вас? Да, но это вы. Да, я. Ну вот. Но мы были одни, и нас никто не мог фотографировать. В то время Копчиков выполнял задание немецкого военного командования. Но это не столь важно. Главное, это документ. Вы прекрасно понимаете, что столь близкое знакомство с агентом некой иностранной разведки не будет способствовать вашему благополучию. Вы негодяй и подлец! Я сейчас же... Тише. Бабушка спит. После того, как вы убили Копчикова, чтобы в случае провала он не разоблачил вашу связь с разведкой... Это ложь. Ложь. Ложь! Я, разумеется, знаю, что это ложь. Но пусть вам поверят там, куда я не замедлю переслать кольцо и фотографию с объяснением. Спокойной ночи, Татьяна Петровна. Подождите. Я не сомневался в вашем благоразумии. Хорошо. Я все сделаю. Итак, если в 5:30 утра книга не сработает, только ради бога не вздумайте листать книгу. И знаете, я все время буду следить за вами. Позорное дело впутались вы, комсомолец Жуков. Понимаю, товарищ капитан первого ранга. Но я прошу... Следователь, я вас отпущу, не беспокойтесь. Скажите, давно вы знакомы с этой девушкой? Я жениться на ней хотел. Жениться хотели? Да. Она меня демобилизоваться тянула. Категорически возражала против сверхсрочной. Эх, Жуков, Жуков. Приятно, конечно, если девушка красивая, танцевать умеет. Ведь это в ней вам особенно понравилось, правда? Но если только на это смотреть... Если не подумать о ней, как о верной подружке, ну, в душу, так сказать, ей не заглянуть. Вот и может получиться, как у вас с Шубиной. Оно так и получилось, товарищ капитан первого ранга. Мне, товарищ майор, с задержанной Шубиной Клавдии повидаться бы надо. Уточнить один вопрос. И из-за этого вопрос, товарищ Жуков, вам среди ночи с корабля дали увольнительную? Мучает меня, что я в таком деле замешан. Комсомолец я. Да. Трудно поверить, что Клава не наш человек. Товарищ майор, говорила она вам, что у нее здесь в городе родственник есть? А почему это вас интересует, товарищ Жуков? Садитесь. Подозреваю, неправду она сказала мне. Как-то мне очень захотелось повидать ее. Получил увольнительную. Она меня не ждала. Когда я ее увидел, я чуть одному гражданину бока не намял. Да он ее дядей оказался. Дядей? А было это так. В порту я сел на попутную машину. Смотри, Леня, вон твоя шляпка. Слава! Леня, откуда ты? Кто с тобой сидел? Кто? Уж не ревновать ли вздумал? Это родственник мой. Дядя. Дядя?
никогда ты мне о нем не говорила. А что о нем говорить? Я увидела его случайно. Шла, а он сидит. Зря, Ленечка, ревнуешь. Поверь. Один только ты у меня на свете. А потом вспомнил. На допросе после убийства она следователю сказала другое. Другое. А вы этого дядю рассмотреть успели? Я его издали, с грузовика приметил. Вы ведь зоркий, сигнальщиков корабельными глазами называют. Скажите, а это не он был убит в квартире Шубиной? Нет, товарищ майор. Тот был старше, с усиками. Спасибо, товарищ Жуков. Может быть, мы вас еще побеспокоим. Значит, родственник дядя у вас все-таки есть. Он уехал. Еще в прошлом месяце уехал отсюда. А давно он связан с этим вашим дядей? Что значит связан? Изредка заходил. А не этот ли заботливый дядя покрыл вашу растрату? Какую растрату? 18 февраля прошлого года, работая инкассатором в сберкассе, вы скрылись от ревизии и пропадали несколько дней. Потом вернулись и полностью возвратили деньги. Разжалобили всех. Вот тогда вас и купил этот матерый шпион. Когда у меня растрату обнаружили, он меня встретил на улице и предложил помощь. А потом, взамен этого, приказывал, чтобы я из комнаты своей уходила. Ключ запасной взял. Когда с летчиком познакомилась, не думала, что так все кончится. А потом Леню Жукова полюбила. А этот гад все ходил за мной. Терпение мое кончилось. Я убила его, чтобы развязаться с ним. Это с ним встретил вас Жуков на улице? Угу. Его нашли убитым в вашей комнате? Да, да, да. Дайте фотографию. Он? Нет. Этого я никогда не видела. Пригласите. Посмотрите, товарищ Жуков. Он, товарищ майор. Это он с ней на бульваре сидел. Шубина. Значит, снова солгали? Солгала. Зачем приняли на себя убийство? Я за него. За Жукова испугалась. Дорог он мне. Дорог? Жуков не дороже вам, чем летчик-испытатель Борисов. Вы уничтожили Борисова вместе с новым самолетом по заданию агента иностранной разведки. Вот это преступление вы и пытаетесь скрыть. Я слушаю вас. Я очень прошу вас, не волнуйтесь. Все будет в порядке. Это очень важно, чтобы вы были уверены, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Товарищ лейтенант. Слушаю, товарищ майор. Пора. А этого? Рано. Разрешите выполнять? Действуйте. Он погубил меня. Теперь бы я его сама сюда привела. С
моими руками задушил меня. Поздно, Шубина. Он живет в рыбачьем поселке. Да, 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 да. Идите, Шубина. Лёня! Гражданин, придется уплатить штраф за переход улицы в неположенном месте. Вот что верно, то верно. Придется уплатить штраф в государственный фонд. Держите. Гражданин, квитанцию. Гражданин, сдачу. Не надо. Возьмите, возьмите. Да вот приятелю заходил за книгой, да засиделся. А теперь платить. Подождите, пожалуйста. Мне необходимо вернуться на берег. Есть, разрешите, Татьяна Петровна. Извините. Что вам нужно, мичман? Не спится. Хотел книжечку у вас попросить. Библиотека открыта с 9 до 18 часов. С перерывом на обед с 13 до 14. Я не намерена нарушать распорядок, утвержденный начальником экспедиции. Ну, а если я попрошу? В порядке исключения. В распорядке дня не указано, чтобы для мичмана Агеева делать исключение. Тем более в 4 часа утра. Значит, отказываете. По ночам спать надо, мичман. Простите. Вы об этих своих мыслях
Никому не сообщали? Так точно, никому. Спасибо, Сергей Никитович. Но я вас очень прошу, пока об этом никому не говорить. Есть никому не говорить. Разрешите идти? Идите. Важный намечен для новой диверсии. Нефтеморск или Лучегорск? А может, и ошибся майор Людов. И все это не то. Совершенно не то. Ты полагал, что взрыв дока должен был отвлечь от чего-то другого? От чего? Ну? Товарищ майор, перехвачено донесение. Резидент работал из рыбачьего поселка. Читайте. В задании объекту переход выполнил лично. Квартира «Берег» провалена. Нашел другую, проверена участием акций по переходу. Необходимо воспользоваться замешательством для ликвидации объекта «Уран» П-217. Так они именуют станцию Лучегорска? Так точно, товарищ майор. Ответ? Поздравляем успехом. Ликвидацию объекта «Уран» П-217 поручаем лично вам. Помощь посылаем группу «Дуба». Указания получите лично от командира «Красотки». Встреча у «Дельфинии косы». Значит, не промахнулись мы с вами, Василий Прокопьевич? Не промахнулись. Полковник Рейсли не ради партийный интерес прибывает к нам. Теперь дорога каждая минута. Разрешите вызвать участников операции? Вызывайте. 3-18. Здравствуйте, товарищ генерал. Майор Людов, в наши воды прибывает красотка. Да. Прошу дать указание на рассвете открыть границу. Спасибо, товарищ генерал. Будет выполнено. Товарищ майор, я видела взрыв. Что? Что я сделала? Не волнуйтесь, Татьяна Петровна, не волнуйтесь. Вы нам очень помогли. Вы даже не представляете, как вы нам помогли. Горит? Аварийные пруды приготовятся к заделке пробой. Маров, Ашли, Сурбаков, Рыбка и Стекло. Нарулись селяй орлы. Оси, а дальше от борта, а то закоптишь так, что зубами не отрай. Давай, брат, селейка, не бегай! Береговую полосу возьмем ползком, поодиночке. Сбор здесь, во враге, у ручья. Отсюда 15 километров до Лучегорска. Пропуска на объект изготовлены. Когда предполагается пуск станции? По сведениям, которые удалось собрать, первый агрегат будет пущен в канун их праздника, 6 ноября. Вы уверены в вашем новом агенте? У этой женщины был фронтовой роман с Копчиковым. Акции по доку она выполнила, не вызвав во мне никаких подозрений. Для проверки ей был дан экземпляр книги с обыкновенным часовым механизмом от будильника. Как показала себя новая взрывчатка на доке? Прекрасно, господин полковник. Столб взрыва достиг, казалось, облаков. Док накренился в первую же минуту. Поздравляю вас с этой удачей, майор. Ликвидация Лучегорской станции поставит вас в ряд выдающихся воинов Союза борьбы за освобождение России от большевизма.
Я рад заслужить вашу похвалу, господин полковник. Пора, майор. Будьте осторожны. Им сейчас не до нас. Жидок надолго сковал действия контрразведки. Ну, с Богом. По местам к погружению. Вот поступает вода. Погружение невозможно. Гирокомпас, и мы сбились с курса. Вы давно сбились с курса, изменник Рвалов. Только тогда вы не были ни полковником, ни Рейсли. Вы были презренным трусом, бросившим оружие при первой же стычке с гитлеровскими солдатами. Это ложь! Это правда! Можете проверить документ, моя фамилия Рейсли. Рейсли фамилия, подаренная вам Гитлером. Это клевета! Но, тем не менее, я рад этой встрече. Это является явным доказательством провала ваших планов с Доком и Лучегорском. Какой док? Да, с доком. Мнимый взрыв дока стал началом кольца полковника Рейсли и его красотки. Мнимый взрыв? Но мне донесли. По долгу службы я читал донесение вашего резидента. Куда вы торопитесь, полковник Рейсли? Мирно! Равнение налево! Товарищ капитан первого ранга, личный состав, откомандированный для перегона дока, по вашему приказанию построен. Командир команды лейтенант Стоянов. Здрасте, товарищи матросы! Отмечаю отличные действия всего личного состава в проведенном учении. Аварийно-пожарная тревога. Мичману Агиеву, матросам Жукову и Щербаченко выйти из строя. Мичману Агиеву, матросам Жукову и Щербаченко объявляю благодарность. Служим Советскому Союзу! Прикончив своего сообщника Копчикова ножом Жукова, вы пытались навести нас на ложный след. Я не понимаю, о чем идет речь. Я работал один. Нет, понимаете. Вы уничтожили среднюю часть расчески, но не смогли скрыть все свои следы. Покажите ему. Вот это отпечаток вашего пальца на раме зеркала в квартире Шубины. А вот это на пивной кружке в ресторане. Надеюсь, теперь вы понимаете, о чем идет речь? Нет. После перехода границы Копчиков шел на явку с вами. Выпустите меня! Я не пущу тебя! Я никогда не утешусь, Таня, если мне придется убить тебя. Thank you.
Клава, Клав, открой, я у тебя ножик забыл. Клав. Я решил, что оглушенный копчиком, оставленный на явочной квартире, гораздо опаснее, чем мертвый копчиков. И приняли свои меры. Увидев на полу кольцо, вы поняли, что произошло между Ракитиной и Копчиковым. Тогда вы шантажом бы пытались заставить Ракитину заменить вам Копчикова. Да, это был мой просчет. Я должен был пообещать ей гораздо больше денег. Приведите этого Куприянова Козлова. Есть. А вот Ракитина не испугалась, когда несла эту дьявольскую вещь на док. С единственной целью разоблачить врагов нашей Родины. Вот в чем был ваш просчет. Теперь можете информировать своего резидента, с каким заданием вы были посланы к нему полковником Рейсли. Гражданин майор. Гражданин майор, разрешите спросить. А книга, док, я сам видел. Взрыв, пожар, это... Док? Док через час отправляется к месту своего назначения. И только к утру. Когда мне отдали приказ командовать аварийной пожарной тревогой, я понял вас, Татьяна Петровна. Спасибо, Сергей Никитович, за то, что вы на меня не в обиде. Я бы никогда не подумал, что вы такая смелая и необыкновенная женщина. Что вы? Я большая трусиха. Мне было страшно, когда он дважды вручал мне книгу. Вы знаете, я чуть не умерла от страха, когда вы вошли ко мне в библиотеку. Хорошо как. Да. Каждый раз смотрю и не налюбуюсь. Мне пора. До выхода в море осталось мало времени. Где прикажете ждать вас? Здесь. Только через час, а раньше я не освобожусь. Есть через час. Сергей Никитович, помните, на этом же месте я сказала, что приду через час. Вы не спрашиваете, почему я не пришла? Когда-нибудь расскажете. Ничего, друг, море все раны лечит. Еще найдешь в жизни подругу хорошую, настоящую. Спасибо, Вася. Пойду. Мне на вахту пора. Ну, Валя. Thank you.
счастливец, матросы! Ясно, кому девушка сигнал подавала!